то у нас получается совершенно другой аксессуар. И эти платки, они чем хороши, что они очень разноцветные. У них каждый угол, середины и вообще каждое их исполнение, оно несет в себе совершенно другой цвет. Поэтому, развернув, мы можем поймать другой оттенок. А еще есть третий вариант очень красивый. Если мы узелок спрячем в хомут аккуратным образом, вот так, сформируем здесь новый цвет, у нас будет еще одно очень быстрое и очень красивое исполнение платка. Остается только спрятать дырочку.